Формирование коллективного иммунитета – самая действенная защита от инфекции, уверены самарские врачи. Массовая вакцинация поможет быстрее вернуться к обычной доковидной жизни. Сделать прививку решила и Наталья Бобренева. Женщина-медик и не понаслышке знает об опасности ковида. Болезнь уже забрала у нее двух близких людей. Как бы самой не хочется болеть, неохота заражать своих близких, знакомых. Хочется как-то подстраховаться, потому что болезнь очень такая неординарная, очень серьезная. Вакцинация проводится тремя вакцинами отечественного производства. Все препараты в наличии. Около 50% привитых – граждане серебряного возраста. Среди них Ангелина Мухаметова, женщине 79 лет. Говорит, не хочет сама болеть и быть угрозой для других. Прививку перенесла хорошо. У меня еще внучка и правнучки 3 года, поэтому мне общаться надо, а как же я буду? Будем доверять своим ученым, что они нас помогут нам в этом деле. Активно прививаются люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. Пройти бесплатную процедуру может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Я не боялся идти на прививку. В этом ничего страшного такого нет. Я думаю, важно в эти дни прививаться, тем более с этой эпидемией коронавируса. В губернии работают два круглосуточных пункта вакцинации в Самаре и Тольятти, а также мобильные пункты в общественных местах. Прививка добровольная и бесплатная. Мария Илчан, события.